Власти Македонии ввели режим чрезвычайной ситуации на границе с Грецией. Это вызвано небывалым наплывом беженцев. К югу страны стянуты армейские подразделения. В их задачу входит пресечение незаконного проникновения на ее территорию. Греческая граница уже перекрыта, а правительство рассчитывает взять ситуацию под контроль. Македония стала еще одним транзитным пунктом для нелегальных мигрантов на их пути в ЕС. Только в июле в страну прибыло около 40 тысяч беженцев. Введение чрезвычайного положения и привлечение вооруженных сил должны обеспечить безопасность и спокойствие местного населения. Также эти меры обеспечат общий доступ к помощи для тех, кто запросил убежище в Македонии в соответствии с международными обязательствами, которые взяла на себя наша страна.